Вместе дружная семья. Под таким названием вот уже третий год подряд проходит открытый городской фестиваль семейного творчества. Пожалуй, это одно из самых ярких мероприятий, посвященных талантливым жителям столицы Чувашии. Песни, танцы, стихи, художественное и кулинарное творчество. Каждый из участников конкурса, начиная от бабушек и заканчивая внуками, демонстрирует свои таланты. Но самое главное правило фестиваля – все делать вместе, по-семейному. Мы участвуем в этом конкурсе впервые. Мы подготовили, наша семья, три поколения Ярославцевых и Толбузовых, подготовила два номера. Так как сейчас идет широкая масленица, подготовили частушки масленица и шуточную песню. Для нас, конечно, самое главное – участие. Тренируясь, постоянно репетируя, мы очень сблизились друг с другом. 10 коллективов в этом году соревнуются за звание самой дружной семьи. Помимо участников из столицы Чувашии, в конкурсе есть семьи из Марпасада, Новочебоксарска и Ядрина. Семья Александровых впервые решила принять участие в конкурсе. Мы покажем семейный танец. У меня, получается, Ваня занимается бальными танцами, а я сама тоже занималась современными танцами. Соответственно, мы свои способности все это объединили. Без победы с конкурса не ушел никто. Каждый из участников – призер в своей номинации. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика.